Мышиные байки. Вторая серия. Пьянка. Ох. Ух. Ух ты, крепка. Крепка ты, советская власть. Ух ты, крепка у тебя, советская власть. Вот опять ты свою артхаусную хрень насмотрелся. Опять свои артхаусные фильмы насмотрелся. Вот ты... Зачем ты их смотришь? Сколько раз тебе говорить? Перестань. Перестань смотреть артхаусную дребедень. Ну как? Без артхауса искусства нет никакого. Срочно нужно смотреть вот такими вот глазами артхаусное кино. Очень крутое. Дурья башка. Позвольте, я разолью вам, господа. Разливай, разливай, халдей. Только не галдей. Мне тоже полную, пожалуйста. А что, сидим? Да неплохо, неплохо сидим. Так, ну так что насчет артхауса? Да? К черту этот артхаус. Давай выпьем лучше. Ить. Уть. Буль-б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 уль. Да. Я вот что думаю. Видишь ты эту мою музу? Я уже на твоих муз нагляделся, насмотрелся уже, да, на твоих муз этих. У меня только одна муза, и зовут ее Белочка, актриса Лесного театра. Так, ты мне скажи, дружбан мой, незакадычный мой дружбан, ты зачем пришел сюда и сидишь у меня в комнате? Ну как, ты же сам меня звал. Да? А теперь я тебя прогоняю, а теперь я тебя презираю. Иди отсюда. Ну и грубиян же ты, крысоняшек. Все. Сейчас я допью. Все, пока, крысоняшка. Водку мою выпил, значит. Вот крысиная морда, а? Вот крысиная морда какая. Ладно. Пойду я дальше попью без него. Ну, Белочка, за тебя, за прекрасных дам пьем мы до конца. Вот же грубиян, вообще грубиян, давай. Да. Белочка моя, это просто изгнение. Девочка моя, ты просто упоение. Хлоп, 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 друзья. Это я. Ну, что я могу вам сказать? А я хочу вам сказать одну вещь очень необычную. Я недавно, баллотировался против Крысутина. И за меня проголосовало достаточно много людей. 3-4%, да. Сейчас хочу сказать, что операцию Крысутина мы поддерживаем вообще очень всегда. И что Крысутин скажет, то мы и сделаем. Скажет вот туда носики, мы и туда носики. А если скажет вот туда носики, так мы и туда носики, да. Так что мы Крысутина всегда поддерживаем и будем за него всегда бороться, да. А сейчас... Долгожданная
рекламка. Если вы устали и не хотите отдыхать, или если вы уже хотите отдохнуть, но не хотите спать, у вас бессонницы или какие-то еще дела, то для вас природа мамы родила нам грибки. Грибки, ежовики, гребенчатые. Берем хти, оптя, принимайте ежовичек, гребенчатый. И спим, как дети, и смотрим интересные, захватывающие сны.